загорания двух крайних диодов центральных линий нейтраль погасли. Рут влево. Есть загорание двух крайних диодов. Центры не горят. Нейтраль погасла. Выдаю рут на торможение. Есть два крайних светодиода. Нейтраль не горят. Нейтраль погасла. И на разгон. Есть два загорания двух крайних светодиодов. Нейтраль не горят. Нейтраль погасла. Тест РО, РУ-РУТ закончил. Выдаю УППС исходное. УППС исходное. Есть загорание двух светодиодов. Отпустил погасли. И выдаю ВПС исходное. Есть загорание двух крайних светодиодов. Централи не горели. Как приняли? Вас понял. Папа, как приняли? Да, вас понял, пока ожидаем. Экипаж МКС у нас так, сейчас, тест не прошел. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем. И переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, страница. Итак, экипаж МКС, так как у нас тест СОРУ не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд, у нас нет резерва. Как приняли? Да, принято, контролируем автоматическое сближение. Принял. Зинаида, Константин Леонид. Зинаида, Краски, Ольга. Зинаида, Борис Харитон, Щука, Яры, Татьяна, Четвертый. Тупахтинская сканадия. На связи. Ну, вы картинку получаете? Да, то есть у нас сейчас дальность, да, 60 октяков метров. Продержим дальнейшее метров. Команды не выдаем какие, да? Подтверждаем, команды не выдаем. Понял. Да, мы картинку получаем, да, видим, что идет облет, но по возможности все равно введите репортаж. Продолжается сближение. Дальность 145 метров по данным курса. Радиальная скорость сближения 8. Да, передача зажата у нас, комментирую. Мишень не различаю, но могу сказать, что находится где-то стыковочный в центре ВКУ. Узел. Вас понял. Наблюдаем станцию. Вас понял. Продолжаем облет. 130 метров, радиальная скорость сближения. 630 метров, идет по подвешенной скорости. Есть скорость сближения в центре ВКУ, 0,7. Есть небольшой расход влево, пол клетки. Принял. Принял. 1, 2, 3, 4. ОВС есть единица. Дальность 100 метров, радиальная скорость сближения 5 десятых метров в секунду. Небольшие колебательные движения идут относительно центра ВКУ, но не далее полуклетки от центра. Принял. 90 метров, радиальная скорость сближения 5 десятых. Продолжается облет.
небольшое сближение при этом. Сейчас дальность уже 280 метров. Скорость на сближение 0,5 метра в секунду. Клетку влево. Принял экипаж. Дальность 80 метров. Предельная скорость сближения 450 метров в секунду. Вас понял. Экипаж. У нас картинка с большими помехами, плохо видно, поэтому репортаж подробно ведем. Да. Дальность 250 метров. Есть. Большая дальность движения. Характерное расстояние 25 сотых метров. Разворот по крену. Мишень. Практически в центре. Кресты совмещены. Принято. Готов.
есть инструкция АОС. Экипаж, контролируйте процесс стягивания. Дальность 24 метра по данному курсу. Радиальное поле движения 12. Так, по линии. Принято, контролирую процесс. Принято, инструкция АОС введена. 17 метров. А вот тут есть у нас цепка, у нас все. Хорошо. Позе. Есть восстановление. Мишень падает. Сейчас на мишень наблюдаю хорошо. Крепки совмещена. Метров дальности. Реально тоже норма. Вас понял. Приду. Скорость дальность причали. Норма 15 метров. Так, ну вот у меня на маке хорошо я вижу мишень. На 15 метров по линейке. В темноте я не вижу крестов. Вас также понял. Так, сейчас центр мишени у нас